Большой праздник для дошколят. 24 июня в детском саду номер 14 станицы Северской прошло торжественное открытие мобильного автогородка. В конце 2019 года в рамках краевой программы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей при активном участии администрации Северского района в саду приобрели площадку по безопасности дорожного движения. С ее помощью детсадовцы уже сейчас могут освоить азы поведения на дороге. Всем огромное спасибо, кто принял участие в создании этого мобильного городка. Я думаю, что наши дети, получая практические знания, будут успешными участниками дорожного движения и не будут попадать в ДТП. В честь открытия автогородка воспитатели подготовили для детишек увлекательную тематическую программу. Дам еще один совет, чтобы не случилось бед. Во дворе с мячом играйте, на дороге не играйте. Правила дорожные, ты, дружок, доверься им, будешь цел и невредим. Поздравить мальчишек и девчонок пришел госинспектор безопасности Дорнадзора отдела ГИБДД отдела МВД России по Северскому району. Желаю вам счастья, успехов, здоровья, быть внимательным на дорогах, а замечательные педагоги. Вас научат безопасности дорожного движения. Безопасность дорожного движения, в первую очередь, это ваше здоровье. Удачи вам, ребята! Сохранность ребенка на дороге превыше всего. Именно поэтому важно научить ребят правилам безопасности дорожного движения с самого раннего возраста.